Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. В этом видео я подобрал для вас 15 необычных и крутых товаров с сайта AliExpress, ссылки на которые есть в описании под видео. Обязательно досмотрите видео до конца, вас там будет ожидать конкурс. Приятного просмотра! Любите путешествовать, но переходники для ваших гаджетов занимают много места? Есть выход! Универсальный адаптер под розетку для путешествий и не только. Есть переходники под все известные розетки, а также два входа под USB, что обеспечит вам быструю зарядку ваших девайсов. Компактный, много места не займет. Выполнен из поликарбоната и бронзы. Адаптер для безопасности также оснащен предохранителем, который защитит вас от прикосновений к токоведущим частям на розетке. Цена такого полезного устройства 750 рублей. Надоела старая обстановка в доме и хочется чего-то нового? Настольный биокамин для дома, который придаст атмосферу не только уюта и комфорта в доме, но и облагородит внешний вид помещения. Небольшие размеры позволяют размещать камин в совершенно неожиданных местах, будь то гостиная, спальня, кабинет или даже ванная комната. Настольный камин в гостиной станет неотъемлемым атрибутом роскоши, выполнен из стали и огнеупорного стекла, что придают ему особую прочность и надежность. Пламя на основе биоэтанола не выделяет вредных веществ, его влияние сопоставимо горению двух восковых свечей. Цена 2200 рублей. А вот еще один товар для дома и офиса, который удивит всех окружающих. Настольный левитирующий глобус. Этот сувенир будет самым удивительным и необычным подарком, от которого все придут в восторг. Способен создать приятную и спокойную атмосферу, стать прекрасным дополнением интерьера вашего дома или офиса. Сделан из металла и пластика. Есть подсветка, подключается в сеть. Цена 1200 рублей. Часто приходится стоять в пробках и некогда перекусить или попить кофе? Для вас я нашел полезный гаджет для машины. Это электрочайник, который работает от прикуривателя. Крайне полезная и практичная вещь. Пригодится вам как в дороге, так и на природе. Сделан из металла и термостойкого двойного стекла. Сделано очень удобно. Объем 0,3 литра, что позволит вам сделать себе чашечку чая или кофе. Температура нагревания 80 градусов. Цена такого полезного устройства 1300 рублей. Не знаете, что подарить своему ребенку или не знаете, как его удивить? Подарите ему ночник в виде аквариума с медузами. Аквариум будет радовать как детей, так и взрослых. Каждый день своим нежным сиянием и плавным перемещением светящихся медуз. Ночник выполнен в виде аквариума, в котором плавает несколько медуз. Есть разноцветная подсветка. Медузы в аквариуме силиконовые, но по внешнему виду как настоящие. Такие же красивые и изящные. И они плавают медленно и красиво в потоках воды. Аквариум сделан из крепкого пластика, а медузы силиконовые. Питание через USB. Цена 1200 рублей. Любите шоколад? А как вам фонтан из шоколада? Шоколадный фонтан фондю создан для того, чтобы угощать и удивлять, украсить любое ваше торжество, даст возможность попробовать новые сочетания вкусов. Ведь совсем не обязательно обмакивать в струящийся шоколад только бисквит или фрукты. Вы можете взять сыр, к примеру, или еще что-то более экзотическое. Что же касается малышей, то они получат сказку наяву, шоколадные реки и море позитива. Выполнен фонтан из нержавеющей стали, корпус из пластика. Модель оснащена нескользящими ножками. Цена 1100 рублей. Не знаете, где прилепить розетку на кухне или мало места под нее? Выход есть! Оригинальное решение для кухни – розетка-невидимка. Это отличная находка для кухни. Такой блок позволит включить несколько электроприборов сразу. При этом не будет комка спутанных проводов. Можно разместить в столешнице, в навесном шкафчике, а также в тумбе. По дизайну розетка будет соответствовать современной мебели на кухне. Изготовлена розетка из сплава алюминия и пластика. Есть индикатор включения. Суммарная мощность потребляемых приборов – 3500 Вт. Цена розетки – 1400 рублей. Любите отдыхать на природе и палить костры, но топор занимает много места в машине? Для вас у меня есть походная тросиковая пила. С ней можно распилить небольшие куски дерева и сделать небольшой костер. Всегда пригодится в походе или на рыбалке. Ручная пила очень компактная и эффективная. С каждой стороны располагаются кольца для удобной резки. Цена всего 90 рублей. Нож мультитул 5 в 1. Многофункциональная универсальная вещь должна быть у каждого мужчины в доме или в гараже. Включает в себя плоскогубцы, разводной ключ, ножик, кусачки, отвертку с тремя битами. Очень удобен для откручивания мелких гаечек разного размера. Такая вещь должна быть у каждого хозяина под рукой. Удобно хранить в машине, много места не занимает. Сделан мультитул из хорошего металла. Цена 520 рублей. В поездке или на природе часто садится батарея и негде зарядить телефон?
У меня для вас есть крутой солнечный пауэрбанк, который можно прилепить на окно. Гаджет легко крепится к оконному стеклу и подзаряжает собственный аккумулятор, пока вы передвигаетесь в транспорте. Отлично подходит для походов, поездок, на отдыхе и на даче, когда вам нужно подзарядить телефон. Стоит прикрепить пауэрбанк к стеклу, и уже через пару минут можно подсоединять и заряжать телефон. Корпус из прочного пластика, аккумулятор имеет емкость 5200 мАч. Цена 1250 рублей. Магнитные песочные часы. Классические песочные часы обрели новое оригинальное исполнение. Магнитные часы выглядят как песочные, но наполненные железной стружкой. Смотрится гораздо эффективнее. Магнитные песочные часы – это фантазия в чистом виде. После каждого переворачивания намагниченные гранулы складываются в причудливые скульптуры, похожие на инопланетный пейзаж. Если вы хотите украсить свой стол необычным аксессуаром, купите магнитные часы – это хороший выбор. Стимуляция воображения гарантирована. Материал часов – стекло, натуральное дерево, магнит, железный порошок. Вес всего 212 грамм. Цена 450 рублей. На рыбалке закинули много удочек и тяжело отслеживать, где клюет? Или просто вас отвлекают от рыбалки и вы боитесь упустить улов? Не беда, с умным Bluetooth поплавком вы не упустите ни одну рыбу. Подключите поплавок к смартфону через Bluetooth. Вот и все. Теперь, как только вы поймаете рыбу, смартфон уведомит вас об этом. Поплавок способен улавливать сигнал от контрольного устройства на расстоянии 30 метров. Крайне удобно пользоваться поплавком ранним утром, либо же во время ночной рыбалки. Яркая подставка даст о себе знать. Это настоящая находка для современных рыбаков, которые любят спокойно порыбачить на природе. Сделайте свою рыбалку еще комфортней. Цена такого чуда техники – 2200 рублей. А вот еще один крутой товар с Китая. Это токопроводящая ручка. Обалденная штука для того, чтобы пробудить у детей интерес к электронике и физике вообще. Такими наглядными пособиями заинтересовать ребенка просто. Токопроводящая краска поможет вам подвести напряжение в нужное место и украсит ваше устройство красивыми узорами. С ее помощью вы можете нарисовать провода на различных материалах, включая бумагу, дерево, ткань или пластик. Ее можно использовать как переменный резистор, касаясь проводником разных точек рисунка. Электропроводность краски повышается по мере высыхания рисунка. Дождитесь полного высыхания рисунка перед подключением напряжения. Цена 480 рублей. Хотите спрятать что-то от детей или от друзей, но они знают все ваши тайники? Вот вам новый. Настенные часы-сейф помогут вам надежно и оригинально спрятать ювелирные изделия, деньги или другие малогабаритные ценности. Часы с тайником прекрасно впишутся в любой интерьер и защитят вас от воров. Вряд ли кому-то в голову придет, что часы могут быть тайником. Снаружи ничего лишнего, внутри только самые ценные. Крупный циферблат часов также одно из преимуществ. Диаметр 25 см. Материал корпуса пластик. Цена 850 рублей. Шпионская Wi-Fi мини-камера Q7 является мини-камерой последнего поколения, сочетающей в себе огромное количество функций. Хорошее качество видеоизображения и миниатюрный размер позволяют использовать ее незаметно. Одним из главных преимуществ данной модели является функция невидимой ночной съемки. Благодаря расположенным вокруг объектива 5 инфракрасным светодиодам, микрокамера ночного видения способна снимать в абсолютной темноте. При этом во время съемки инфракрасные диоды невидимы человеческому глазу, что позволяет записывать видео незаметно. Функции записи во время зарядки и циклической записи, когда новые ролики записываются поверх старых, позволяет использовать видеокамеру в круглосуточном режиме, а также в качестве полноценного автомобильного видеорегистратора. Оборудование, кроме всего другого, оснащено функцией автофокуса и матрицей с расширением 12 мегапикселей. Данная техническая характеристика позволит записывать видео со скоростью 30 кадров в секунду. Встроенный аккумулятор большой емкости обеспечит непрерывность записи видео до 1,5 часов без дополнительного питания. При необходимости можно зарядить видеокамеру от переносного зарядного устройства. Еще одним достоянием шпионской аппаратуры является автоматическая запись файлов на microSD-флешку емкостью до 64 гигабайт. Цена с флешкой на 16 гигабайт 1300 рублей. Ну вот и конец видео, а в нем конкурс, все как обещал. Приз 100 рублей на счет мобильного телефона. Участие принимают те, кто подписался на канал, поставил лайк и написал в комментариях, какой товар ему наиболее понравился. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока!